Всех рад приветствовать, с вами как всегда Хик, и добро пожаловать на чит ран GTA San Andreas. Что это такое? Сейчас вы увидите. Многие меня просят об этом ранее, чтобы я его сделал. Пожалуйста, ребята, все ради вас, надеюсь на ваш лайк, на вашу поддержку, и мы с вами начинаем после коротенькой рекламы. Вы мечтали увидеть игру про Россию? Вот она! Next RP — это бесплатный симулятор жизни в открытом городе. Будь кем хочешь. Ты можешь стать полицейским, бандитом, пойти в армию или стать врачом. Все машины из реальной жизни с возможностью тюнинга. Российский город, родные дома, улицы и магазины. Огромный мир ждет именно тебя. Скачивай бесплатно по ссылке в описании и начни играть уже сейчас. Начинаем с вами потихонечку это безумие. Аэропорт Фрэнсис. Да-да, знаю, извините, но как бы я играю в эту игру. Зачем нам куда-то что-то перемещаться на BMX, если можно сделать это вот так? Первая миссия, Big Smoke. И велосипеды нам точно не нужны. Сори. Окей. Первая миссия, 14 секунд. Неплохо. Неплохо. Совсем не дурно. Миссия выполнена, вложение плюс. Заходим в домик. Выходим из домика, миссия райдера впереди. И вы знаете прекрасно, что я взрываю машину райдера для того, чтобы пропустить катсцену. В этот раз такого не случится. Сори, райдер, но слишком странная у тебя миссия. Выполняется вот так. Идем дальше, граффити на районе. Уже не граффити на районе. Clean the hood, простите. Drop try, окей. Девятки и калаши. Ладно. Миссия OG Лока. ТПХМся сюда. Миссия уже готова. Очень легко и просто, ребята, все это делается. Так, далее жизнь это пляж. Нам нужно быстренько подкорректировать тайминги, чтобы я вообще попал на эту миссию. Она что, она вот 22.06. То есть это диапазон, когда миссия доступна. К сожалению, я в него не попадаю. И с помощью сохранений у меня это отлично получается. Хорошо. Телефонный звонок. Телефонный звонок от Big Smoke. Окей. Так. OG Lock. Здравствуйте. Телепортейшнс. Прям почти на бургер. Прикольненько. Окей. Жизнь это пляж. Станцевали. Все прекрасно. Возвращаемся дальше к Big Smoke, потому что она нас требует убить убегающего пса. Хорошо, я прям на его доме заспавнился. Прекрасно. Угу. Угу. Drop try. Погнали. Прогулка с пушками выполнена. Девочка свита тоже сейчас будет выполнена. Потому что вот так вот это все просто, ребята, происходит. Цезарь Вильпанда, знакомство с Цезарем, конечно же, да. И далее у нас такой немножко АФК тайм, потому что нужно переждать все телефонные, ребята, звонки, которые у нас сейчас будут поступать. Благо я на крыше заспавнился, первый звонок пройдет гладенько. Ну и, собственно, чтобы начать некоторые миссии, нам требуется определенный транспорт. И как раз таки для миссии Цезарь Вильпанда он у нас есть, вот он. Потрясающий вуду. И спустя 3 минуты мы уже на миссии Цезарь Вильпанда. Такова категория чит просент, ребята. Шутки шутками, конечно, но это чит просент. Вы хотели этот ран? Получаете. Минут 40 и игра пройдена. Плюс-минус где-то так. Я надеюсь, ролик также будет где-то так же идти, и вы все посмотрите. Конечно же. Так, все, проиграл ГУМ. Следующий звоночек наш, который будет говорить там: Цезарь, Цезарь, все дела. Давай, ты сможешь, черт возьми. Телефонный звонок, поступай. Раз, два, три, гоу. Отлично. Отлично, хорошая работа. Ты должен быть тачкой лоурайдеров. Конечно, конечно, игра. И самый, наверное, минус этой миссии, то, что нам нужно доехать до финиша. Чего бы этого, блин, не стоило. И даже телепорты в этот раз не помогают, потому что Цезарь очень сильно агрится. И прям категорически этого против. Хорошо, хорошо, мы не против. Мы спокойненько доедем до миссии. И просто начнем ее, окей. Вот так вот это все происходит. Спасибо игре за такой
идеальный просто расклад. Хорошо. Следующая миссия. Медок. Возвращаемся дальше. Вот. Окей. Я немножко потрачу время на то, что должен доплыть до берега. Думаете, это смешно? Не думаю. Это из-за того, что у меня вонючие уведомления слева вверху появились. Игра блочится на этом. Моментально, просто моментально. Надо доплыть до берега. Плиз, пощады. Мне кажется, даже это не сработает. А нет, сработало, найс. Так, миссия Медога. Погнали. Точнее, стихи Медога. Хорошо, менеджер. Отлично. Пылающая страсть. Это где-то находится вот здесь, если я не ошибаюсь. А я не могу ошибаться. Да, я не могу ошибаться. Ждем телефонного звонка. Пять минут спустя я на миссии Краш, пылающая страсть. Что может быть лучше, ребята? Я не знаю, что может быть лучше, правда. Окей. Гоу. Пылающая страсть. Сори, но как бы миссия не для нас, она слишком легкая была. Миссия Биг Смоука. И я почти на его лужаечке заднего. Камон плея, извини, брат, но уже камон плея совершился. Да-да-да, понимаю, осуждаю. Нет, не осуждаю. Окей. Миссия Доберман. Как я хорошо угадал со спавном. Прекрасно. Окей. Сидим, ждем, чилим. Ну, кстати, я поспешил. И на Медоге я забыл завершить миссию с касценой. Это мой косяк, не ваш. Who is this? Это была касцена. На миссия Краш. Да, что-то пошло все не по плану. Ну, ничего страшного. Серый импорт. Окей. Все. Но мы немножко так поменялись местами с этой миссией. Это не страшно, общее время все равно сочтется. Так, Доберман. Угу. Обучающая касцена, чтобы она нафиг пропала. Уже целых 7 минут продолжается данный ран чит процент. Окей. Одобряю. Одобряю. Ты должен выгнать вражескую банду отсюда, чтобы территория перешла к тебе и к твоей банде. Хорошо, хорошо. Как скажете, да? Окей. Идем дальше. Home Invasion. Сейчас будем грабить с райдером. В скобочках не очень-то и будем. И мы как раз таки успеем по таймингу. Прекрасно. Краж со взломом. Не в этот раз, райдер, сори. У нас осталась крутая масочка. Вечеринка. Окей, каталист. Ну что вы понимаете, да, в общем, что такое чит процент ран. Гоу, райдер. Угу, в следующий раз, может быть. Ограбление дядюшки Сэма. Так, Лос Пердос. Не самая клевая миссия. Так, с 9 до 17. God damn it. И нам приходится тратить время на то, чтобы просто засейвиться. С клевой, кстати, крутой масочкой. С 9 до 17, значит, да? Угу, получилось. Выходим и крадемся. Интересно, это навсегда осталось или нет? Походу, да. Сори, но в осенние семей. И последняя миссия. Зеленый сейбр. Он крадется. И добро пожаловать в Бэдлендс, спустя 8 минут. Окей. Класс. Эй, Сиза. Бэдленд! Еее! Hello, Бэдленд. Save time, как обычно, как всегда. Можно, в принципе, этого и не делать. Но почему бы и нет. Вдали от дома. Угу. Выполнено. Идем дальше. Так, миссия Каталины...
Она где-то в деревне. Деревню бы эту еще сейчас найти на карте. А вот и деревня. Окей, вдали от дома. Mission completed. Так, Angel Payne. Каталина сейчас будет звонить. Или Цезарь. Цезарь Каталина. Ну, я в БДСМ-масочке, думаю, ей понравлюсь. Ой, безумие. Окей. Танкер, первая встреча. Окей, стоять. Я не знаю, как здесь оказался, но это работает так. Оу, фак. Хорошо, мы вернемся в эту деревню, потому что сейчас будет у нас танкер Камрады. Нам нужно именно наступить на эту миссию, чтобы ее начать. Вот что я понял. 10 минут. Гоу, владелец цистерны. Угу. Отлично, Body Hover, это у нас миссия правды, нам нужно возвращаться в Angel Payne. Где у нас этот Angel Payne? Вот тут вот миссия правды находится, погнали. Тупо ждем, сидим. Ну как, не просто ждем, а кликаем на тап, чтобы принять звонок телефонный. Hello. Это даже был не тот телефонный звонок. Миссия правды чуть задерживается не на определенный срок. Cheat Procent Run, Cheat Procent. Ждем. Ок, ждем, как говорится, да? А вот и миссия правды, hello. Да, экстрасенс, мистер Хик. Уборка урожая. Пройдено. Дальше у нас, я не хочу бежать, поэтому я сделаю проще. Миссия катсцена. Очень легко проходится. Оп. Король в изгнании. Угу. Так, миссии Каталины начинаются потихонечку. Их всего три. Но вы сами знаете, как мы будем их проходить. Тупо фокатаем, чил и стояние на одном месте. Рядом с домиком Каталины непосредственно. Потому что все миссии оттуда и начинаются. Итак. Гоу, первые шаги. Окей, прям сюда. Ладно. Немножко не тот порядок, я вам так скажу. Но это не мешает особо. Да, наверное, самый минус этих миссий тем, что нам нужно именно до них доехать, чтобы их выполнить. Это непосредственно минус, ребятам. Но когда у вас есть такая штучка, это не особо страшно. Так, наперёк всем ставкам. Мы ее прошли. Возвращаемся к дому Каталины обратно. И заходим на следующую, последнюю миссию. Рожденный на небесах. Это Паламина Крик. Немножко не тот порядок, но одно другому не мешает, верно? Верно. Погнали. Хорошо. И Вузиму. Вузиму у нас находится здесь. Это гоночки. Ну, гоночки — это самое приятное, что проходить. И для этого нам нужен транспорт. Так, какой транспорт бы нам взять? Ремингтон. Хорошее решение. Ну, гоночки — это весело. Гоночки — это прям весело. По маркерам. И все. Выглядит эпичненько. Гоу. Цезарь Вельпанда. Хеллоу. Вузиму. Да-да-да. Знаю. Четыре секунды. Окей. 4 секунды потребовалось, чтобы пройти миссию Цезаря Вельпанда. 4 секунды. Можно было и быстрее, конечно. Так, ну и в обратную сторону также. Абсолютно. Четыре секунды также. Оу, щит. Ладно. Можно было быстрее, я думаю, на целую секунду. Ну ничего страшного. Так, миссия правды. Где его находится усадьба? По-моему, здесь. Я не могу ошибаться, ведь я прав. О, да. Только... Фак! Только немножко игра меня телепортировала назад из-за катсцены. Ничего страшного. И вот спустя 15 минут мы уже с вами находимся где? Правильно, почти что в Сан-Фьеро.
Это не может не радовать. Телефонный звонок, который тратит у нас очень много времени. И погнали. Ответ Сан-Фьера. Отлично. Все, мы в Сан-Фьера с вами. Я вас с этим поздравляю. Нужно допыхнуться сюда, чтобы начинать миссии в Сан-Фьера. И, конечно же, я сохранюсь. Как это по канону делается, чтобы в тайминги попадать. Хотя, при такой скорости спидрана, я думаю, что это не особо-то и нужно. Так, идем дальше. 5-5-5. Служба быстрого реагирования. Деконструкшн. То же самое. Фотоопорейшн. Да, поздравляю. Угу. Джессика сцена. Сейвимся, чтобы попадать по таймингам. Едем к с этому, как его? Джизи, Цезарю, блин, у меня уже все. Смешались все миссии абсолютно. Hello! Это как бы я, да, Джизи. Привет. Пройдено. Далее у нас телефонный звоночек от мистера Вузи. Мистер Вузи, мистер Вузи, мистер Вузи находится где-то вот здесь вот, если я, конечно же, не ошибаюсь. О, ну, я почти. Сейчас дождемся телефонного звонка, чтобы точно прицелиться. И погнали. А, он даже здесь, вот. Вот. Я точно знаю, что он здесь прячется. Мистер Вузи. Hello? Угу, отлично. Ранфали. Пройдена приманка Bullshit. Немножко не по таймингам, ну ладно, Тибун Мэднес, погнали. Ну вы понимаете, что такое чит про Сентран. Он очень интересный и увлекательный. Так, Тибун Мэднес. Ага, Майк Торино. Ага, понимаю, осуждаю, нет, не очень. Миссию Лур мы уже прошли? А, нет, еще не прошли. Окей, хорошо, это легко исправить. О, oh, no. Немножко не прогадал. Да, нассать. ХП все равно вряд ли здесь понадобится когда-либо. Хотя нет, миссию Лур ведь мы прошли. Ловец, да. Нам еще нужно будет качнуть объем легких, но это немножко в другой раз, я думаю. Так, хорошо. Миссия Outrider. Объем легких, да. На это мы потратим свое время. Очистка проезда. Джизи, what's going on? Ага. Спасибо, Snail Train. Ага. Тоже благодарен. Ice Cold Kill'а. Без каких-либо проблем. И миссия, которая заключается в качании легких. И я уже как бы под водой. Угу, ну вы поняли. Тобяхаемся. И нас ждет увлекательные 4 минуты на прокачку легких. Я вас поздравляю с этим. Багу Викс. Чтобы не тратились хпшки, когда мы находимся под водой. Хотя они вроде бы тратятся, если я не ошибаюсь. Но это чит просент, ребята, все могу себе позволить. Да, не тратятся. Оу, щит! Максимально не обычно. Хорошо, Хесоям. Угу. А можно вечную Хесоям водить на самом-то деле. Хесоя. Угу. Увлекательно очень. Угу. Хесоя. Я жду последнюю кнопку, чтобы задоджить это все. Ага. Угу. Хесоя. Качаем объем легких. Да, я понимаю, пока миссия, конечно. Угу. Объем легких увеличен. Найс. Хесоям. Тупо ждем последнюю кнопочку. Ага. Стой, Сиджей. Тебе нужно еще один тик прокачать. Хесоя. Угу, угу. И с попы пузырьки. Ничего страшного в этом нет. Угу.
Так, продолжаем. Сиджей еще там. Хе-со-я. М-м-м. Хе-со-я. Давай. Я буду легких. Не качайся, подкачайся, побыстрее. Хе-со-ям. Хе-со-ям. Объем легких еще не увеличен. Давай. Блин, давай качайся, СиДжей. 2 минуты, да, где-то сказал? Да, где-то так. Это будет все качаться. Камон. А, все, качнул уже. Ха. Окей, хорошо. Мы с вами идем на миссию в УЗИ теперь, потому что потратили слишком много времени на то, чтобы качнуть скилл. И я в воде не могу создать свой телепорт в другую вселенную. К сожалению. Давай, СиДжей, ты сможешь, я верю. Ты прыгнул, молодец. Телефонный звонок. Конечно же примем. Why not? Пловец-диверсант. Пройдено. Тоже жесткая миссия. Слава богу, что в воду. Быстрей. Последний полет Тарина. Нас также ожидает с вами. Там где-то у себя. Но перед этим мы делаем Пир 69. Почему-то сплит сплитнулся раньше времени. Убийство райдера. Мы причем даже марать руки об этом не будем. Конечно же. Так, и let's go в Сан-Фьеро. Сан-Фьеро, ребята. Скоро Сан-Фьеро будет. Уже через буквально одну миссию. Так, последний полет. До сих пор у нас СиДжей крадется. Крадется СиДжей. Угу. И травка бум-бум. Кстати, это последняя миссия была. Вот сейчас. Все, спасибо. Далее у нас Desert. Всем известная миссия Монстр. Которая пока не открылась нам. Потому что нужно дождаться телефонного звонка. Я не попал немножко на мост, но это не страшно. 21 минута, и я уже в Лас-Вентуресе. Как вам, блин, такое? Я думал, в Лас-Вентуресе все будет проходить еще быстрее. Так. Отлично. Здрасте. Миссия Монстр. Езда по меточкам. Мое самое любимое. А, даже так. Даже без езды. По стрелочкам. Это произошло. Хорошо. Ой. Оп. Угу, скипаем телефонный звонок. Угон на ходу. Да-да, я. Но я не собираюсь угонять на ходу. Извините меня, пожалуйста. 7000 в кармане. 3 миллиона на руках. Карл Джонсон, успешный человек. Угу. Так. Запретный груз. Увы, уже нет. Уже не запретный. Кат-сцена, которую мы пропускаем. И отправляемся покупать заброшенный аэродром. Аэродром, аэродром. Самое увлекательное видео на моем канале. Самое потрясающее. Надо его купить все-таки. Надо будет сохраниться на всякий случай. Вдруг крашнется игра. Из-за того, что я буду, типа, пропускать миссии. Что-то типа того. Так что сохранимся на всякий пожарный. Вообще неизвестно, как проходится вообще летная школа. Это самое интересное. Что неизвестно, как она проходится. Но мы сейчас еще после этого узнаем, как она проходится. Ну-ка. Вообще, работает ли это на автошколу? А! Работает! Обучение полетам, ребята. Хотели пройти авиашколу быстро, пожалуйста. Новая миссия. Угу.
и Stoneway. Минус Desert, guys. Я вас с этим поздравляю. Окей. Мы с вами... О, господи, музыка. Почему она так звучала сейчас у меня в ушах? Лас Вентурас. Вот мы уже Лас Вентурас спустя 24 минуты. Вы хотели чит процент, пожалуйста, получите. Распишитесь. Вы... Надеюсь, вы уже поставили лайк. Потому что оно того стоит. Так, а что звук пропал? У меня даже время есть на звук переключить. Не обессудьте. Сейчас будет катсцена. Здравствуйте, мы... Так, ага, это я знаю. Телефонный звонок, да. Four Dragons. Чит процент, и я уже Лас Вентурасе. В смысле, ну вы поняли. Лас Вентурас. А, ну все правильно сказал? Что это? Извиняюсь. Я все правильно, блин, сказал. Фендор Кетчуп, погнали. 25 минут. 25 минут с начала этого рана. И я уже здесь. Господи, это безумие. Это настоящее безумие. Hey. Да, я понимал, я осознавал, что это будет так просто. Я, знаете, я, ну, понятное дело, что я не хотел запускать стрим по этому поводу. Решил просто сделать для вас видео. Ознакомление, что такое чит процент ран. И почему это так легко и просто. Скажете вы. Я с вами, конечно же, соглашусь. Угу, взрывная ситуация. Очень взрывная. Продолжаем. Прям взорвали все ситуации. Денежки капают. Карл Джонсон вообще ни разу не страдает. Ни капельки, ни разу. В этом, разумеется, видео Cheat Procent Run. Мы с вами пройдем он для сюжетку. Угу, прекрасно. Дон Пердон, то же самое. Да. Сори, ну, все пройдено. Так. Дон Пердон. Ну и ждем телефонного звонка от казино Калигулы. Если кто не знает, ну да. Здесь они вот так вот приходят. Не сразу эти телефонные звонки. Всего нужно ждать. Ну да, ждать я, конечно же, могу. Но чуть-чуть. 26 минут сначала рано. Интересно, поставлю мировой рекорд? Ваши ставки. Пока напишите в комментариях, получится ли у меня мировой рекорд или нет. Ну, видите, он кнов World Record написано, значит, неизвестный. Неизвестный еще мировой рекорд. Такого еще не было, наверное. Чит процент, он и в Африке чит процент. Ну, не, на самом деле, я показывал вам видео о спидранах, и странный рекорд назывался видос, где парень, но за 48 минут прошел GTA с чит процентом. Кто знает, глядишь, это новый мировой рекорд. Будет. Будет забавно, ребята. Будет реально очень забавно. Потому что я в видеоформате его совершил. Засейвимся. На всякий пожарный. Кто знает эту игру, да? Что с ней может произойти? А такое время бы терять крайне не хотелось. Такое время терять, да. Особенно в таком... Как сказать так? В такой категории. Очень интересный, очень увлекательный. Рыба в бочке. Да, это всего лишь была касцена. Mad Dog. Сейчас будет телефонный звоночек, если я не ошибаюсь. Он, по сути, должен быть. Давай, подождем 5 сек. Чтобы он проиграл телефонный звонок. И еще 5 сек, потому что, возможно... Да, отлично, я его дождался. Прекрасно, погнали. Mad Dog. Все, расходимся. Миссия prefail, guys. Это та самая злополучная миссия с самолетиком, где нужно вам влететь в очечило другого самолета. Вы на очковом самолете пытаетесь лететь в очко другого самолета и так далее. 28 минут. Я вас с этим поздравляю. Это успешный ран. Господи, мне реально орно и смешно, потому что есть такая категория cheat процент. И, ну как бы, а-ля все на серьезных щах. Конечно, видели бы сейчас вы мои щи, как я это все делаю. Добраться до аэропорта. Хорошо, не, я доберусь до миссии краша. Как минимум. Угу. Black Project. Сейчас пойдут миссии про аэропорт. 29 минут. 29 минут полноценного рана. И я, кстати, опоздал
на какие-то микросекундочки. На 50 секунд надо было быть быстрее, чтобы по таймингу залететь на миссию Black Project. Вы это понимаете. Так. Окей. Go. Надо просто в тайминге уложиться. В 22.06. 22.06, точнее. С 10 вечера до 6 утра Black Project доступен. Наконец-то. Отличненько. Можно было, конечно же, еще что-нибудь придумать, чтобы сделать это все гораздо быстрее. Например, эти перемещения увеличить. Но я уж не стал настолько извращаться. Это может сделать любой из вас. Если вы извращенец, конечно же. Угу, спасибо, игра. Так, убийство Пуласки. High Moon. Пуласки, сори, но ты умер с помощью взглядов. Миссия Гринга. Надо дождаться телефонного звонка, чтобы начать эту миссию. Убей Пуласки. Хорошо. Выполнено. Окей. Мы этого и долго с вами ждали. Отлично, поехали. Зеленая вязь. Имущество стало приносить прибыль. Thank you very much, как говорится. Карл Джонсон тупо невменяемый стоит с джекпаком, с масочкой, еще с ЛС на джекпаке. Отличный парень, я считаю. Телефонный звоночек. И последняя миссия, ребята, в... Почти последняя миссия. Предпоследняя миссия в Лас Вентурасе нас с вами ожидает. Погнали. Угу. Прекрасно. Тут-т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 ут, да? Чит про Сентран. Скоро завершится, кстати говоря. Так. Saint Mark Bistro. Эта миссия мне нравится, но она мне нравится гораздо больше вот таким способом. И возвращение, ребята, домой. Возвращение в родную игру Street. One love, together, tomorrow in my heart. Сейвимся во избежание всякого дерьма, которое может произойти на протяжении всего этого рана. Заключение, так скажем, этого. Погнали. Надеюсь, меня не забанят за эту музыку. YouTube, не надо, я слишком громко разговариваю, чтобы задоджить этот трекич. Окей. Просто прыгнем. Прямо сейчас, субтитров, к сожалению, нет. Давай, Карл. В садомаза масочки Карла Джонсон. Потрясающе. 32 минуты, ребята, и я уже нахожусь в Лас-Вентурасе. Это ли не чудо, да? Ой, я чуть не сдох. Anyway. Отлично. Vertical Beard. Vertical Beard. Тоже потрясающая миссия. Угу. Дайте мне ее пройти только. Угу. Реактивная птичка. В русском амплуа. Название данной миссии. Угу. Миниган хайп мы пропускаем. Ни к чему. Хомкаминг. Погнали. Хомкамить, так скажем. Возвращение домой. Но для этого, перед этим я хочу сохраниться. И самое тупое, то что сохранение на этой версии GTA находится именно вот здесь. Кто это придумал? Что за булщит? Телефонный звонок. Угу. Возвращение домой. Вернулись домой. Удачно, успешно. Так, миссии. Let's get it. Сейчас будет телефонный звоночек. А, нет, ошибся. Ошибся адресом. Так, свержение бидапа. Свергли. Так, Groove for Life. Свергли. Территории захвачены. Прекрасно. Так. Каптур бизнес. Сейчас будем каптурить бизнес, ребята.
с вами вместе. 34. 34 минутки. Потрясающе. Так, телефонный звонок от нонеймов поступил. Гоу-гоу-гоу. Да, точно. Это же в особняке Мэддога все происходит дело. Миссия Риот начинается именно там. Мы туда летим на всех парах. И почти попали в маркер. Спасибо, игра. Вот, даже так у нас, ребята, таймер-то обстоит. С таймера-то обстоят дела. А, нет, все было правильно. Вот сейчас будет миссия Риот. Шутки шутками, конечно. Вот. Только что завершили с Мэддогом крутую миссию. Так, идем дальше. Риот. Восстание. Воссоединились. Восстали все вместе. Спасибо, игра. 35 минут на таймере, и у нас почти последняя миссия. Это ли не чудо? Лос Деспердос. Найс. Заходим домой. Надо засейвиться. Сужаемся и... выходим сюда. У нас же читран процент, поэтому захват территории мы посылаем, грубо говоря, в жопу. Окей, должен захотеть... Привет, здравствуй, добрый день. Лос-Сантос, Виту... Нет, миссия Ривот, let's get it. Эй, Свит, да, погнали, садимся в машину. Так, and... хорош, смоук, притворяться. Окей. Парт номер два, парт номер три. И все, что нам нужно сейчас сделать, это... это проехать через невидимый Лос-Сантос, как я полагаю. Окей. Это идеально. Миссия выполнена. Все? Комплитит? Субтитры, титры и все такое. Это было легко. Это было легко. Всем большое спасибо за просмотр. Чит про Сентран. Как-то так он выглядит. Можете пользоваться. Изи пизи. С вами был Хик. Всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это было круто. 36-56. Свэк.